Хотя уроки, перемены и даже домашние задания в этот день никто не отменял, сегодня все не так и все не такие, как обычно. Учителя немного смущенные, но с неизменными улыбками на лицах. А дети взволнованные и очень стараются в этот день ни в коем случае не расстраивать своих педагогов, а наоборот, только порадовать. Дарят подарки и признаются в любви. Наши учителя, они хорошие, но не добрые. Но в основном я желаю учителям терпения, чтобы попадались хорошие ученики. Сегодня реальный праздник, мы дарим разные подарки всем учителям. Надеюсь, что у них будет хорошее здоровье и побольше хороших учеников, полегче работа. Я желаю им все-таки хороших учеников, чтобы они были заинтересованы, чтобы всегда хорошо относились к учителям, уважали их. Я люблю, что она самая классная из учителей и самая добрая. Я желаю, чтобы она очень долго жила и была самой красивой. Какая? Ну, за то, что она добрая, самая хорошая, милая и всегда всем помогает. Я желаю учителям терпения и чтобы все их слушались. У нас очень хорошая и добрая учительница, потому что, когда кто-то кричит, она просто делает замечания, двойки не ставит. Профессия учитель – это не просто работа, это призвание и образ жизни. Каждый педагог делает свой выбор, как правило, еще в детстве. Многие идут по стопам родных, кто-то последовал доброму совету, а кто-то всегда просто мечтал учить детей. Я с детства мечтала быть педагогом. Мне нравилась работа с детьми, мне нравилась эта профессия. И к тому же мои старшие сестры, две старшие сестры, тоже педагоги. И, наверное, скорее всего, по их стопам я и пошла тоже в учителя. Ну, вообще-то у нас династия. У меня работала тетя, моя крестная мама, у меня бабушка работала учителем русского языка и литературы. У меня, в принципе, не стояла проблема выбора в свое время. Вообще, я очень хотела быть учителем истории. Но учитель истории пригласил меня, сказал, что для женщины историю преподавать очень сложно. Вот тебе бы лучше бы начальные классы. И я послушала своего педагога и выбрала профессию учителя начальных классов. Профессию выбрала в молодости, конечно, совсем рано, но осталась ей верна. Поэтому я не могу сказать. Главное, что я осталась верна этой профессии. Значит, выбор, наверное, был правильный. В этот день атмосфера праздника сквозит в каждом уголке школы. Ребята готовят для своих педагогов праздничный концерт. С волнением оттачивают номера на генеральной репетиции. Учитель всегда рядом со своими учениками, всегда придет на помощь. Он отдает детям не только знания, но и часть души, сердца и своей жизни. Все мы когда-то были учениками, и все мы говорим сегодня вам спасибо.